Шановні наші глядачі, чоловіки, жінки і всі, хто планують все ж таки придбати квартиру чи аналізують, коли то краще зробити. Зараз для вас унікальна інформація від нашого експерта. Сьогодні до нашої студії завітав Валерій Захаров, брокер-власник Міжнародної агенції з нерухомості. Я просто так переживала, щоб правильно це все вимовити, тому що серйозна тема, серйозні питання і все це сьогодні роз'яснимо. Доброго ранку, вітаємо вас в нашій ранковій студії. Здравствуйте. Ви не переживаєте. Ні, це прекрасно. Спокійно. Знаєте, от перше запитання взагалі, як зараз ситуація саме з нерухомістю у нас в Україні? Чого нам очікувати у 2021 році? Ось таке глобальне поняття. Давайте якось зразу розділяти там якийсь первинний ринок умовно і вторинний. Давайте. Первичний, вторичний, а також розділяється по сегментам, по регіонам. Квартири, дома, загородная недвижимость, земля, то есть это очень глобально. Сразу так, давайте, давайте поговорим так. Про рынок машин. То есть. Давайте, так. Давайте про квартири. Да, тому що вони більш і первинний ринок. Тому що я, наприклад, чула, деякі експерти казали, що відносно все стабільно. Чи ні? Все стабільно, стабільно, но тренд повышается, то есть ціни ростуть, это связано с большим количеством причин, не знаю, может, опередил, может, вопрос какой-то другой, но с рынком все хорошо, покупать квартиры на первичном рынке можно, надо смотреть на застройщиков, на их историю, репутацию, на сам проект, все равно на первичном рынке в Украине риски есть, вот, но в целом покупать можно, потому что цены будуть повищені. Ну, риски саме через те, що забудовник може бути якимось недобросовісним, чи є ще якісь фактори? Понимаете, вопросы могут быть связаны с документами. То есть дом могут строить, построить, а потом не ввести в эксплуатацию. Могут быть с этим вопросом задержки значительные. Ну, таких примеров масса, не буду их называть. Угу. Ну і ще хочеться уточнити, локдаун повпливав якось саме на ринок нерухомості в плані квартир? Безусловно, повлиял, и здесь очень интересно сложилась ситуация. Если в начале, когда начался карантин и был полный хаос, паника, никто не понимал, что будет дальше, как вообще будем жить, может, мы все умрем, то есть было, совершенно было непонятно, и многие застройщики проекты новые не вывели на рынок. И, соответственно, с одной стороны. С другой стороны, когда уже ситуация устаканилась более-менее, то есть есть понимание того, что уже и вакцинация, и там на спад пошла болезнь, то есть, соответственно, желание у людей приобретать недвижимость, решать свои жилищные вопросы, оно есть, и, соответственно, из-за того, что вот этот дефицит первичного рынка, он повлиял, когда маленькое предложение, соответственно, есть на это спрос. С другой стороны, еще одним из важных факторов является то, что нет альтернативы на сегодняшний день понятной для большинства жителей, ну, например, банковские депозиты. Ставки по банковским депозитам будут уже скоро, как в Европе, отрицательные, поэтому ну, других просто вариантов нет. Поэтому люди идут в недвижимость. До речі, багато людей під час локдауну почали купувати заміські будинки. Змінили свої квартири на якісь там умовно хатки або котеджі. Ну, хто що зміг насправді. Чи зараз ця тенденція продовжується? Чи все-таки повернулись вже в квартири? Ви ще не представили, що я іздаю журнал, який вже почти 16 років на ринку, поэтому как раз по загородной недвижимости. Поэтому здесь я могу рассказывать чуть очень долго. На самом деле ситуация с рынком загородной недвижимости очень интересно развивается. И, как мы знаем, в 2008 году кризис, он, рынок этот похоронил фактически. И новых проектов были считаны единицы. Я говорю в целом и про Украину, и в частности про Киевскую область. И развивались старые проекты в основном, и рынок такой имел хаотическое состояние. Соответственно, вот это 12 лет, с 8 по 2020 год, он был в таком очень ну, лежащем состоянии, я не знаю, как правильно там выразиться, то есть цены на загородную недвижимость постепенно снижались, особенно на там, дома, которые были построены ранее, и спроса не было, потому что все привыкли активно работать, то есть и
кризисы нас всегда возвращают в город, заставляют собраться, сконцентрироваться с тем, чтобы, ну, по сути, выживать. И когда начался карантин в 2020 году, многие оказались в ситуации, когда они не могли ничем заниматься, фактически запертыми в своих квартирах, и пришло осознание того, що как бы, все-таки нужен свіжий воздух, більше того, я нужна можу сказати, природа. Я подивилась на свою квартиру і зрозуміла, ого, а вона така маленька. І, соответственно, сейчас, і ця тенденція не тільки в Україні, вона по всьому миру. Тенденція інтересу до загородной недвижимости. Тобто всі хочуть вже все-таки мати можливість куди-то виїхати і иметь такой, как минимум, запасной вариант, там, какую-то дачу. То есть, соответственно, в 2020 году, в первую очередь, рынок аренды, он взлетел там в разы, там, в, минимум в два, в некоторых там в три, в четыре раза цены выросли. И, соответственно, арендаторы посчитали, сколько получается, какие затраты на аренду, и многие приняли решение о покупке. И, в общем-то, такой рост был в прошлом году продаж, как такого не наблюдалось последние 12 лет. И зараз він зберігається, чи ні? Уже панических вот этих покупок случайных нет. То есть, если в прошлом году люди брали все, что попадется под руку, то, что, ну, нужно было спасаться, условно говоря, да, то угу. Сейчас все взвешенно, уже постепенно изучают, смотрят. То есть ажиотажного спроса нет, но есть спрос, так сказать, стабільний і збирательний. Ну, якщо зараз подивитися навіть на Київ, ми бачимо, що майже на кожному кроці відбувається побудова багатоповерхівок. От майже на кожному кроці. Це все обумовлено тим, що зростає попит і можливість українців купувати. Чи це от просто ми створюємо житлові площі, там вже як буде? Ні, ну, не буває, не буває новостроек без спроса і фінансового вливання. Просто тут ковід, все ж таки, він, знаєте, трішки вибивав людей з цього матеріального становища. Мені просто цікаво, як це відбувається. Ну, на самом деле, то, что ковід повлиял, он просто перерозподілив. Какие-то бізнеса, они пострадали сильно, какие-то, наоборот, виросли. То есть, в целом, есть некий баланс, и если говорить в целом про экономику, то это миф, что у нас там все плохо, все рушится. Даже по прогнозам МВФ до конца года рост ВВП на 4%. Поэтому у нас не так все плохо. И то количество новостроек, которое мы видим, это ответ на вот ту имеющуюся денежную массу, на тот спрос со стороны населения. То есть это нормальный процесс. Единственное, что, конечно, на сегодняшний день и большая часть этих покупок – это все-таки инвестиционные покупки и с целью вложения средств. То есть это не все 100% для проживания, по сути, а должна недвижимость покупаться там, для проживания, а это именно для того, чтобы сохранить и приумножить свои средства. Можна якось відслідкувати, от зараз, наприклад, люди більше купують де? Це первинний ринок чи вторинний, якщо ми говоримо зараз про квартири? Смотрите, на первичному ринку, коли ти покупаєш квартиру на ранніх стадіях, то ти потім, якщо все хорошо з проєктом, то ти отримуєш доход від росту ціни. И эта разница может составлять, ну, существенно, то есть там 20, 30, 50% в зависимости от проекта. Соответственно, первичный рынок, он всегда более интересен. И динамика на этом рынке, она как бы всегда выше, чем на вторичном рынке. Вторичный рынок, он всегда является отражением состояния и следует за первичным рынком. Чи можно сказать, что цены на вторинці? Вони якось змінились. Чи, можливо, здешевшили, чи здорожчали? Ні, вторичний ринок, ну, смотрите, первичний ринок, чим інтересен, помимо того, що я сказав, повишаються ціни, нові дома вже строяться в соответствии з новими требованиями. Ковід внес определенные корективи, і современные представления о жилище, они немножко отличаются от того, что было ранее. Соответственно, уже нормально, если в доме есть некое лобби, есть холл, то есть место для встречи гостей, и уже, ну, не модно водить сразу к себе в гости, то есть принято уже где-то там встретиться, пообщаться, чтобы обезопасить себя как минимум. Вот. Соответственно, в новых домах, которые строятся, уже принимаются новые технологии строительные и инженерные системы и так далее. Поэтому, конечно, первичный рынок, он более интересен. Хотя, ну, как бы встречаются проекты не очень качественные, и тут надо смотреть внимательно.
А якщо також розглядати вже Київ по нерухомості, я читала в інтернеті, що на деяких районах попит десь зріс, а десь зменшився на саме на покупку квартиру, зацікавленість. Чим це може бути обумовлено? Факторов может быть много. Просто если говорить о Киеве, Киев – это столица. И во всем мире есть процесс урбанизации, когда из разных регионов народ перемещается в столицу. То есть эти миграции, естественно. Соответственно, из тех регионов, которые были, например, изначально более аграрные, и те колхозы, там раньше там, фермерские хозяйства требовали большого количества работников, то сейчас развиваются современные технологии, и уже просто нет необходимости в этой рабочей силе. Соответственно, им населению нужно чем-то заниматься, они переезжают в те места, где есть для них работа. Киев – это номер один в этом плане, поэтому сюда стекается большое количество людей, и здесь все хорошо. А там, где, откуда народ уезжает, там, естественно, может обратный процесс идти. Ну і так само цікаво, ось ми говорили про приватні будинки, про квартири, про землі. Як зараз ситуація з земельною територією відбувається? Опять же, земельный рынок тоже очень глобальное понятие, то есть есть земля, если мы говорим конкретно про землю для строительства, для индивидуального жилого строительства, то эта земля тоже сейчас, раз дома начали покупать, арендовать более активно, соответственно, земельные участки тоже пользуются спросом, и много земельных ресурсов таких, которые даже раньше не были выставлены на рынок, они сейчас появились, потому что массивы земель, в основном они по разным схемам приобретались еще до 2008 года, 2004, начало 2000-х, где-то до 2008 года выделялись большие участки, эти участки лежали ждали своего времени, и вот собственники уже физически начали стареть и понимают, что нужно их реализовывать. Соответственно, эти участки появились новые на рынке, с одной стороны, а с другой стороны есть спрос, и поэтому оно все сбалансировано. И в целом мы сейчас наблюдаем картину, когда, по-моему, по Киевской области на 50% больше сделок по земле было в прошлом году, чем позапрошлом. То есть спрос существенно выше, соответственно, цена тоже растет. Ну, нам очікувати на підвищення, як я розумію, тільки це. Безусловно, земля завжди, вона останній реагує, тому. Можливо, хоч десь буде здешевлення. У нас зараз літо, і, як правило, все, що люди орендують, воно дешевше в ціні, це і квартири, і будинки. Чи це дійсно так, чи варто очікувати здешевлення ціни на оренду саме влітку? Традиционно, конечно, смотрите, аренда в Киеве, если брать в Киеве большое количество учебных заведений, много студентов, которые приезжают учиться, они уезжают на летний период. Соответственно, летний период, кто-то уже заканчивает, и летом всегда выгоднее арендовать, чем осенью, если вы хотите переехать в Киев, и лучше этот вопрос решать сегодня, чем решать его в сентябре. В сентябре это будет точно дороже. Причому разниця може бути существенна. А щодо заміських будинків? Загородні дома... Навпаки, зростає в ціні. По логіці. Загородні дома, звісно, просто є ринок сезонної оренди. Это он всегда начинает активно с начала весны бронироваться. И с мая, условно, по октябрь эти дома арендуются. Соответственно, сейчас, естественно, уже поздно арендовать. То есть то, что самое интересное и по хорошей цене, оно уже разобрано. Дивіться, а от може таке запитання, не знаю, як воно прозвучить, але якщо аналізувати Київ, можливості районів, де зараз найдешевші квартири можна знайти в Києві? І, наприклад, тут найдорожчі. Я розумію, що центр – це найдорожчі, але де можна подешевше знайти? Я не збиралася, але, знаєш, мені потрібно вже якось накопичувати, намагаюся розуміти, куди мій зараз мінімальний капітал можна направити. Есть районы Киева, которые более дорогие, есть более дешевые. Естественно, районы без метро, удаленные, они всегда дешевле, чем районы, где основная жизнедеятельность проходит. Но зараз цены в каких межах колываются? Это від и до. Цены на первичном рынке, просто тоже есть разные застройщики, но условно, если раньше можно было по Киеву найти в близлежащих районах, например, Троещина, можно было за 20 000 гривен, например, купить квартиру, то сейчас таких цен уже нет, уже цены на первичку выросли.
То есть, условно, где-то цена стартует почти от $1000, это самый минимум. И в центральных районах уже там почти $3000 старт. Это на этапе строительства. То есть разница вот такая. Угу, так, я зрозуміла. Що ж, дякуємо за те, що ви завітали до нас на ефір. Нашим глядачам нагадаю, з нами був Валерій Захаров. Ну що ж, ми сьогодні про нерухомість говорили, про красу говорили, про сезонні овочі говорили, та ще й поспівали, і все це на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Якщо вам подобається відео, обов'язково натискайте свої вподобайки, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Ну і, звичайно, якщо воно вам сподобалось, поширюйте у своїх соцмережах, тому що нам буде, ну, дуже приємно. We'll be right back.